К новостям спорта. Сегодня завершился международный турнир «Август Шериф Кап 2019». Перформанс от одесситов вместо привычных кричалок, песни. А на полях спорткомплекса детские эмоции, самые искренние и громкие. Это «Август Кап». Атлетик! Так дома нам сидеть стало скучно, так за других болеть. Сделав паспорта для другой страны, ждите, раз больна, съедут пацаны. Пусть игра с колес нам не привыкать, пусть заплевет нос, будем мы играть. Мне не страшен черт, вы друзья со мной. Интересных и сильных, и тренер не ставит задач непосильных. Играйте, играйтесь, игрой наслаждайтесь, и от вчерашних себя отличайтесь. Все, что умеете, вы покажите, а остальное придет, не спешите. Играть в удовольствие ваша задача, сильнейшим всегда улыбнется удача. Пусть не все всегда, как хотелось нам, но поддержка есть наши папы, мам. Друг за другом мы там всегда горой. Себя думаем. Верь в себя и говори, я не могу этого сделать. Твои соперники боятся не тебя, а атлетов тебе. У атлета можно выиграть, но победить никогда. Не предавай учителей и друзей своих. Никогда не считай себя лучше других. Всегда работай над собой, ведь нет предела совершенства. Побеждай и не бойся поражений. Атлеты! Тренер, я пасую, а там калибую. Вот мы забили гол, бейте барабан. Тренер, я пасую, а там калибую. Вот мы забили гол, бейте барабан. На-н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 а. Бейте барабан. Атлетик! Атлетик! Атлетик!
Атлетик! Атлетик!